Психологи уверены, что реальный возраст в паспорте еще не говорит о том, что вы зрелая личность. Для этого и придуманы тесты на ментальный возраст. Они показывают, сколько лет вашей душе и насколько вы состоялись как личность. Я задам вам 10 вопросов. Предупреждаю сразу, никаких сложных и заумных вопросов в тесте не будет. Вам нужно будет расслабиться и выбрать один из предложенных вариантов. Не забудьте считать баллы. Итак, приступим. Вопрос номер 1. Выберите одно из представленных животных. Вопрос номер 2. Время сладостей. Выберите одну вкусняшку. Вопрос номер 3. Теперь выберите фигуру, которую вы заметили первым делом. Вопрос номер 4. Выберите мяч, который вам нравится. Вопрос номер 5. Какой ваш любимый праздник? День Валентина, день рождения, Рождество, Новый год. Не люблю праздники. Вопрос номер 6. Насколько хорошо вы следите за своим здоровьем? Не слежу вообще, постоянно контролирую, только если что-то беспокоит, очень волнуюсь, это самое важное. Вопрос номер 7. Что вы будете делать дома в одиночестве? Посплю, посмотрю фильм или сериал, приготовлю что-то, почитаю книгу, поиграю в игры. Вопрос номер 8. Скажите, насколько важны для вас деньги? Не важны, мало важны, важны, очень важны, это самое главное. Вопрос номер 9. Какой ваш стиль в одежде? Деловой, богемный, casual, спортшик, другое. Ну и последний, 10-й вопрос. Как вы предпочитаете провести отпуск? На пляже, в клубах и барах, в музеях и на выставках? Хочу просто вдоволь погулять, путешествую на машине. Ну а теперь подсчитайте свои баллы. Если вы набрали от 10 до 17 баллов, то ваш ментальный возраст от 5 до 12 лет. Вы радостная и беззаботная личность. Вас переполняют энергия и энтузиазм. Быть может, вы немного зациклены на себе. Постарайтесь быть более внимательными ко всему, что вас окружает. Однако постарайтесь не терять своего внутреннего ребенка. Если вы набрали от 18 до 26 баллов, то ваш ментальный возраст от 13 до 20 лет. В вашем характере сочетается зрелая личность и малолетний баламут. Вы прекрасно осознаете свою ответственность, но часто игнорируете ее. Если вы хотите вырасти, вам нужно стать чуть более ответственным.
Если вы набрали от 27 до 35 баллов, то ваш ментальный возраст от 21 до 35 лет. Вы полноценный взрослый. Вы прекрасно осознаете, что для вас хорошо, а что плохо. Когда нужно, вы серьезны, но умеете веселиться и радоваться жизни. Можете с собой гордиться. Вы в идеальной гармонии с собой. Если вы набрали от 36 до 44 баллов, то ваш ментальный возраст от 36 до 50 лет. То сказать, вы зрелая личность. Для вас важнее всего стабильность и безопасность. Вы серьезно относитесь к своим обязательствам. Однако не забывайте, что порой в жизнь можно впустить немного веселья. Ну а если вы набрали более 44 баллов, то ваш ментальный возраст больше 50 лет. Вы настоящий мудрец. Можно сказать, в этой жизни вам покорился некий дзен. Вы познали эту жизнь. А сколько баллов в этом тесте набрали вы? Своими результатами делитесь в комментариях, я их все читаю, ставлю вам лайки и сердечки. Если вам понравилось это видео, то не забудьте им поделиться с друзьями. Также поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а мне на сегодня все. Желаю всем удачи, пусть у вас все всегда будет хорошо. Пока-пока.